Здравствуйте, уважаемые жители Камчатки. Я хочу обратиться, я не знаю, губернатору, президенту, просто с криком о помощи. Мы сидим с пятницы в городской больнице номер 2 города Петропавловска-Камчатского, где нет медикаментов абсолютно. Чем вот нас лечат, я вам покажу, это две таблетки калетры, тряпка моя на голове с водой, с уксусом. Все. Элементарно нет просто даже парацетамола. Медики здесь работают на износ. Я ничего не могу понять, что вообще происходит. Они работают 4/4 в тяжелейших, ужасных условиях. И им не оказывается никакой помощи. Вчера вечером ко мне подошла медсестра и сказала: вы меня извините, но на вас антибиотика не хватило. Потерпите как-нибудь. Вот как-нибудь уже пошли вторые сутки. Я, конечно, призываю всех, чтобы, может быть, к предпринимателям обратиться, чтобы парацетамол хотя бы купили. Или антибиотик левофлоксацин сюда. Нет ни ригера, ни каких-то сопутствующих медикаментов. Женщина лежит с сахарным диабетом, они только измеряют сахар, больше никаких мер не предпринимают. В общем, я хочу сказать, что отставили городскую больницу номер 2 по полной программе. Их просто кинули на самовыживание. У нас Солодов такой суперблогер, я не знаю, это вообще что происходит. Я думаю, что я не одинока в своем комментарии. Я мать двоих детей, служу России. И вот такое отношение. Поверьте, ковид есть, он прогрессирует, поступают по 50 человек за 2 дня, и это не шутки. Но самое страшное, что у нас нет просто парацетамола. Спасибо за внимание.